Всем привет! Сегодня мы будем делать обзор на данный автомобиль связи. Набор называется «Срочное донесение». Набор предоставлен фирмой Masterbox. В принципе, модель относительно свежая. Ну, как свежая, 2012 годом датирована. Что мы видим здесь у нас? Как собирается, готовый результат. Артикул 35151. Посмотрим, что у нас внутри. Я уже покопался, конечно, убрал пакетики, потому что шелестеть. Итак. Инструкция сделана в виде книжки, только вот с таким вот разворотом. Машина полностью детализирована, то есть двигатель, рама, то есть можно сказать, собирается она полностью. Инструкция подробная. Есть, как я понял, три варианта сборки, то есть с тентом, с закрытым, с таким остеклением, с открытым, с поднятым и полностью с остеклением. Итак, в комплекте у нас литники. Посмотрим поближе на них. В принципе, качество очень даже неплохое. Винтовки даже вот неплохо сделаны. Решетка радиатора. Не знаю, есть травление или нет на данную машину. Но я думаю, я использовать его не буду. Мелкие детали отлиты качественно. Довольно-таки. Приборная панель. Шансовый инструмент. Толкатели все на внутренней стороне. По стыковке пока ничего сказать не могу, не собирал. Рама. Очень много мелких деталей. Двигатели. Кстати, детализован очень неплохо. Рессора. Так, клепка. Есть клепка. Толкатели тоже все с внутренней стороны. Ну, есть наплывы вот эти вот небольшие, но судя по тактильным ощущениям, это чисто визуальный эффект. То есть искажений пластика нет. То есть пластик не искажен, пластик не деформирован. Радиостанции. Диски. Капот. Кстати, облоя практически нет, то есть если есть, он вообще очень минимальный. Диски сделаны тоже неплохо. Единственная резина именно выполнена в виде резины, то есть не пластика, не в пластике, а именно в резине. Как утверждают, что вот данные вещи, да, резиновые колеса, они со временем разъедают пластик. Но я где-то видел, что прокладывают фольгой. То есть, может быть, я что-нибудь с этим делал. Резина, кстати, очень даже ничего, такая приятная. Так что есть смысл ее и оставить. Остекление выполнено
довольно-таки неплохо. Фары тоже хороши. Ну, может быть, единственное, там футуры, футуре искупать или не знаю. Вот на Тигре я остекление приклеивал. Вот на данную вещь. То есть это эффект влажности от АК. Очень хорошо приклеивает, не дает белизны, как цианакрилат или тот же обычный модельный клей. Декали на несколько вариантов. Приборная доска. Декаль очень даже ничего, кстати, хорошего качества. Нигде не замылено, смещений тоже я не вижу никаких. Хорошо выполнено. Также в комплекте идет фигура лошади. Для нее есть наездник, который привез. И также еще есть фигура, как я понимаю, радист, водитель, командир. В общем и целом набор хорош. То есть вот ничего плохого по этому набору я сказать не могу. Фигуры. Ну, с лошадьми я работал на диораме где-то в Европе. Там у лошадей была проблема с стыковкой на спине. Здесь не знаю, не могу сказать. Лица сделаны очень даже неплохо, то есть не замылены. Ну, понятно, что мы не будем сравнивать сейчас вот с такими вот вещами. С такими. То есть смысл сравнивать пластик и смолу. Вот. Ну а для пластика, в принципе, чем-то схоже с ранним Дрэгоном. В общем и целом неплохо. Пуговицы, все пролито нормально, не замылено. Складки тоже вроде внятные. В общем, такой наборчик. Очень много деталей именно по автомобилю. Мелочи все пролиты хорошо. То есть проблем с этим нет. Толкатели все внутри. То есть, если вот вам нужен именно автомобиль, да, то это вот как вариант взять автомобиль от Master Box. Еще раз покажу сам автомобиль в сборе уже. Вот он, да. Схема окраски представлена. Я не знаю, я скорее всего буду красить стандартный немецкий серый, но не уверен. Кому обзор показался полезным, подписывайтесь на новые видео. Скоро будут обзоры на мотоцикл, на фигуры. Всем пока!